Житель Хомска отправится под суд за кражу чужого имущества и хищение документов. Следователями установлено, что в январе этого года фигурант пришел в один из салонов красоты, где раньше работал уборщиком снега. В студии никого не оказалось, а на диване лежала женская сумка. Недолго думая, мужчина решил забрать ее себе. Однако внутри чужого аксессуара разжиться было особо нечем. Только 110 рублей, банковские карты, и документы, паспорт, свидетельство о рождении снил с медицинский полис. Все содержимое обвиняемый забрал себе, сумку выкинул. Сахалинец не впал в отчаяние, решил вернуть документы владелице за вознаграждение. Однако довести преступный умысел до конца ему не удалось. Гражданина задержала полиция.